как ездила, так и буду ездить. Я, нет, у меня, я пенсионерка, у меня нет денег на самолеты. Вот. Но если были деньги, как летала, так и буду летать. Если суждено утонуть, на поезде ты не разобьешься. То, чтобы кто-то ходил и проверял безопасность, не было такого. Все как обычно. Здесь ремонтная работа. Скажите, просто на какой стадии сейчас находится эти... Серкова по собственному сознанию и обстоятельствам дела виновным. С терроризмом можно бороться не железнодорожными методами. С ним можно бороться только методами специальными. То, что касается нашей задачи, мы должны обеспечить безукоризненную готовность путевого хозяйства, вагонного хозяйства, локомотивного хозяйства к выполнению тех обязанностей, которые возложены. И статистику вы не найдете ни одного случая судебного